Большой привет всем любителям футбола. Город Минск, стадион Динамо Юни. И это финальная встреча. Главный матч сезона во второй лиге. Партизан из Солигорска против Крумкачей. Этот матч прокомментируем для вас я, Артем Марчик, и мой коллега Дмитрий Воронков. Дмитрий, привет. В обороне сыграет наверняка второй номер Никита Минец и Илья Балетко, номер 69-й. Вероятнее всего, Роман, давайте чуть попозже. Крумкачи атакуют на вес. Хорошо сыграл Кравченя. Здесь Кравченя, не то чтобы неплохо, он сыграл прекрасно, потому что если бы не Кравченя, то я думаю, что Лунько бы там на дальний вколачивал. Солигорчан. Антониук неплохо. Удар поворотом. И обратил внимание, как крученый получился такой удар. Какой интересный трюк. Принимает за рой мяч Антониук. Бьет, да, и видишь, он ударился там, где-то на линии. Ну и фланг в работе. Неплохой пас. Лунько бежит к мячу. И Кравченя здорово играет на выходе. Футболист Партизана. Вот эта передача разрезающая. Но опять вот полумомент. Нельзя же назвать это каким-то хорошим эпизодом. Пока у центральных защитников Партизана мяч ходит. Ищет варианты. Но вот смотри, знаешь, что бросается. Ух, хорошая передача получается. Сейчас Петрович 1-1 и валивается. Удар и 1-0. 1-0. Партизан выходит вперед. Илья Петрович пользуется моментом. Но это откровенный провал. Посмотри, Бушма хватается за голову. И вообще, как ты думаешь? Не думаю, что он прямо извиняется перед болельщиками. Я думаю, что просто какой-то уважение. Ну, вот видимо, что пас шел со своей половины поля. Да. Но вот с верхней бы камеры, посмотри, с которой видели. Ну, вот может изначально. Быть, еще увидим. Да, вот там было классно видно. Ну, здесь... Ну, Бушман ничего не мог сделать в данном случае. Ну, как, да, боролся, пытался, но тут вопрос в голкипер. Окончание первой половины, не так уж много времени осталось. Хотя за эти 15 минут можно все что угодно. Вот он, пожалуйста, хороший момент. Лунько! Какой шанс упускает 55-й номер Крумкачей. Слушай, позиция вот, была смотри. Поинтереснее гораздо. Но классная передача, вопросов нет. И удар здорово получился у Лунько в ближний угол. Хлесткий с полулета, но попал. Все время хочу сказать характера Партизана. Так немного по сдержанию переживает. Но здесь хороший дальний удар. Неплохая попытка от Лунько. Но мяч... Напомню, в первом тайме отличился. 18-й номер Партизана Илья Петрович. И вот еще одна атака Партизана на этот раз по левому флангу. Входит штрафной футболист, бьет. Мяч попадает в штангу. Это Ганич. Как мяч раз попадает в штангу и уходит за лицевую. Вот вам. Ну, а уже сейчас отработал в обороне. И навес на дальнюю штангу. Не доходит мяч до партнера. Удар издали. 1-1. Счет становится. Вадим Прокопенко вколачивает мяч в сетку. И цифры на табло. Прокопенко успел. Вот. В самый уголочек, в притирочку попал Прокопенко. Вот с этой камеры будет лучше видно. Да, классное попадание. Так, по уходящей мяч летел от Кравчени. Вот с этой камеры будет прекрасно видно. Да, попадание действительно на поступок штрафной. Застучали болельщики Крумкачей. Подача, и мяч уходит за лицевую. Сгладили, как будто осенний. Не позволяет игра смотреть на табло. Да. Хотя, опять же, мы при всем при этом постоянно говорим... Ох, ух ты! Вот пожалуйста. Это 13-й, да? Похоже, что да. Уже сбились со счета. То ли 13, то ли 12. Вот промелькнул. Ну, да. А по левому флангу Партизан атакует. Вот как раз-таки после крупного плана главкома команды. Удар издали. Ух, Бушма. Первым движением мяч не зафиксировал, да. Но затем накрылся с мячом штрафной Ганич. Проходит сам. Удар поворотом. Ничего себе. Ничего себе. Продолжается атака. Можно бить издали. Удар выше. Но Ганич. Ганич ждал. Ждал партнеров, ждал какой-то выгодной передачи, не дождался, решил пойти. Ну, всему свое время. Да. Ух ты! Ух ты! Атака Крумкачей, удар поворотом! Да что ж ты будешь делать? Да что ж ты будешь делать? Никак свар мяч не идет, и Лунько отрывы. Ну, здесь Каленский как будто бы не хотел бежать, но в итоге рванул вперед Иван. Два футболиста поддерживают атаку Крумкачей в центре. Есть передача, Лунько уходит от одного, от второго, делает передачу партнеру, и гол! Вадим Прокопенко, дубль Прокопенко, и Крумкачи выходят вперед. Не хотел бежать за мячом, потом отдал на Лунько, но Лунько красавчик, просто что раскачал сделал, одного, посадил его на пятую точку, отдал налево на Прокопенко, но тот уже один-один уже ничего выходил. Не оставалось, да? Просто катнуть мяч в угол, что, в общем, Прокопенко с удовольствием и сделал. 97-я минута, Крумкачи выходят вперед в дополнительное время, большой плюс. Ну, конечно. Ну, как будто... Заброс вперед. В направлении Куприновича мяч летит. Есть возможность провести атаку Партизану. Ганич. Показывает Куприяну. О, хороший пас! Невероятно! Как
Слушай, как этот пас вообще прошел? Смотри повтор. Смотри повтор. Знаешь что? Да. Мне вообще кажется... так, кто? Во-первых, мы с тобой даже не отметили автора забитого мяча. Это Ляски вышел на замену, да. Смотри, вот здесь смотри, на Ганича, посмотри на его реакцию. Он сейчас показывает в этом месте Куприяновичу, забегает. Тот не побежал, и Ляски просто в сердцах вот туда, в сторону ворот. Ой, не Ляски, а Ганич. Просто да, да, в сторону да. ворот, типа, ну, почему это не... О, подача на ближнюю штангу, ой-ой-ой! Вот сейчас чуть было сами себе не привезли футболисты партизана мяч. Ну, меня фиксанул там по мячу. Ну, да. Но продолжается атака. Это лотерея. Ганич. Удар поворотом и мимо. Мимо бьет Ганич. Он пролетел. Он попал в ворота. Да. Мяч в ворот. Стоп, стоп, камеру покажите. Смотрим. Крумкачей. Коленский против Кравчени. Удар поворотом. А вот это точно мимо. Вот это точно мимо здесь. Слушай, мне кажется, здесь Кравчени все-таки потащил. Тизана. Стецко. Удар бьет. Поворотом легко. Развел по углам. Бушму и мяч. Он. Удар и великолепное попадание. Сильно, сильно, без шансов абсолютно. Разгон. Удар. Гол. Обманул. Ну вот здесь я становлюсь на этом ударе сторонником Андрея Григорианца, который говорит, что это мастерство. Номер против Кравчени. Удар поворотом. Ой-ой-ой-ой, бесхитростный удар. Что за исполнение? Партизан чемпионом второй лиги. Куприянович бьет, и все. Партизан чемпион второй лиги чемпионата Беларуси по футболу, друзья. Поздравляю всех, кто болел за эту команду. Понимаю разочарование крумкачей, все было в их руках. Вели они весь матч, по большому счету, особенно в дополнительное время.